Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятые Сокровища 2. У нас 26-я миссия. Ужас из глубин. Гора оказалась королевством дворфов под названием The Deep. Они были ошарашены нашим появлением, но теперь они посылают против нас солдат. Опять 25. Склад припасов. Дворфы обожают пиво, потому строят склады с припасами повсюду. Если выгнать отсюда всех пивоваров, то можно найти много ценного. Зарядка радио, срочная доставка пива. Кидает бочки с пивом, враги, попавшие в пивную лужу, ускоряются и лечатся. Запугать персонал. Выгоняет пивовара из здания и уменьшает количество бочек. Извлечение маны дает от 0 до 3 маны каждые 3 секунды. Послать гоблина-грабителя. Увеличивает доход на единицу маны. Что? Чё? Кого? Выгоняет пивовара из здания и уменьшает количество бочек. Ну вот, 25. На тебе, приехали, блин. Опять же, ребята эти. Правильно ли я делаю? Такой вот вопрос меня сейчас интересует. Правильно ли я сейчас вот это делаю? Непонятно. Надо смотреть. Дворфы-тунеядцы, как всегда. Это, конечно, было все хорошо, это все замечательно, но... Блин, не нравится мне этот пиво... В плане, блин! А мне что, не надо было трогать, что ли? Подожди, друзья мои, подожди. Это что за фигня? Что сейчас было? Мне и трогать эту башню? Я не понял я. Мне не надо было трогать, что ли? Ну это бред, ребята. Как не трогать-то, блин? Как не трогать, извини меня. Что значит не трогать, блин? $250. Ну давай. Вот в этом-то вся и проблема, друзья. Они кидают эти бочонки, которые хиляют, блин. Выгоняешь пивовара, он бежит. Ну хватит ломать-то уже, а. Может, ты положишь на место, а, камень? Блин, ну если он так будет дальше, там еще и пираты идут. Простые. Надо тут хорошо подготовиться, чтобы потом выгонять, ребята, этих пивоваров за шеи просто-напросто. Иначе заколебают. Подошел, кинул, пошел дальше, да? Засранец. Не уйдет, не ушел. Так. У меня и денег не хватает. Опять длинноногие. Ноги.
Бесявая бочка, если честно. Очень бесявая бочка. Я даже не знаю, что с ней делать сейчас. Или ее сейчас вот активировать, чтобы... И хочется, блин, и колется, знаешь, такая есть. Блин. Ну так тоже не дело, ну постоянно с под отхилами и тем более с водолазами с этими дурацкими. Ты посмотри, что вытворяет. Смотри, что вытворяет. Если бы не башня заморозка, я не знаю, что было бы. Давай рискну. Да, пройдох еще тот, если честно. Еще одного вызовем. Не успел. Так. Дворфы солдаты небольшого роста, зато сильные и выносливые. У них есть еще надоедливый мифрил, который не бережет даже адское пламя. После первого повреждения закрывается щитом, снижающий любой урон до 1 единицы. У щита есть запас здоровья. Когда он закончится, щит сломается. Ну, молодцы. Что я могу сказать? У них щиты есть, блин. Так и есть еще этот... Воу, 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 у щита там здоровье... Немерено. Окей. Давай вызовем этого хламона. Их уже по трое идет. Ну а почему бы нет, ребят? Ну, нам же нормально так? Нормально. Куда потащил-то? Ты издеваешься сейчас, а? И барды еще к тому же. Еще и барды, блин. Я другого варианта не видел, ребят. Все, хана кристаллу. Подожди. Может быть, что-нибудь хана, хотя... Вряд ли у меня здесь получится, друзья мои. Отсюда пойдет сразу вражина, так ведь? Придется тут сразу гасить их. Ну еще огненную поставим, допустим, огненную здесь влепим. Как он хочет мой кристалл получить, а? Гаденыш несчастный. Вот и нету больше у меня манны. Все, кончилось. Манна, блин. Небесная. Давай. Сотка, сотка. Хиротка. Ну этот еще кто такой? Закупанный мифрил командир дворфов.
Не только сам является опасным и бесстрашным противником, но и дает бонусы всем воинам вокруг себя. Здоровье 300. Любое попадание наносит врагу не более 2 единицы урона. Дает всем врагам в радиусе 10 ауры иммунитет к испугу и блокирует 3 урона от каждого попадания. Ну, молодец. Что я могу, блин, друзья, по этому поводу сказать? Ну, жопа полная, блин. Началась. Дает, блин, он иммунитет, понимаешь ли, блин. А как мне его валить-то теперь? У меня же больше нет ничего. Больше нет ничего, ребят. Вот он стырил кристаллик. Ну, пожалуйста, ну завалите вы этого хламона, ну. Есть. Фух. Ну, хотя бы так. Хотя бы так, друзья, чтобы, блин, просто далеко не ушел. Денег-то не так много. Ну это-то еще что, блин? Единственная почитаемая профессия у дворфов, не связанная с войной и добычей золота, это пивовар. К счастью, пивовары не тренируются, и от них легко избавиться. Упавшая на пол... Да понятно, да, конечно, легко от них избавиться, но... Да ты посмотри, блин, ну... У них защита, блин, тут... Да ну это трешняк какой-то пошел. Какой-то трэш. Что это, блин? Я не знаю, что там будет делаться, но... Да ничего хорошего делать не будет. Да опять этот мифриловый чмошник идет, ну. Ребята, им стоит только вот здесь вот пробить вот это все. Это будет просто борода. Я думаю, все прекрасно понимают, что это будет. Это говно будет приходить уже напрямки, ребята, напрямую. Надо срочно, я не знаю, прокачивать эти башни, блин, ледяные там, я не знаю, заморозку, блин. Кто там у нас? Да, 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 ты правильно понял, блин. Плешивый повар будет сейчас еще. Ну нам же, ну нам, ребята, понимаешь, нам сладко здесь живется. Нам здесь сладко живется, блин. Каждый по динамичку бросил. Ну и великолепно как. Как им тут, как им комфортно, а? И бочонок их подкармливает. И сами они себя подхиливают здесь. Ну, ну что. Прям благодать какая-то. Прям, блин, благодать, а. Я не знаю, друзья, надо здесь избавляться от этих дворфов, блин. И там и так хило до хрена. Еще что ли одного вызвать? Поздно батенька вызывать. Там бочки нету хотя бы. Одно, ребята, радует, что вот там бочка уже не падает. Но вот здесь вот еще падает. И она меня нервирует. Давай вызовем сразу же на горяченькую. Их тут два. Так, поставим. Ой, ой-ой-ой. Буравчик идет. О, он сейчас здесь прорубит, ребят. Все, буравчик пришел. Да-да-да, он же еще и башни тут нам
Ёпрасте, он тут не один, оказывается. Все, он просто на изи, ребята, пробурил. Естественно, башни в инвиз. Все, проломал. Идет довольный говнокусок. Да, и этого чмошника выгоню отсюда, блин. Да нет у меня слов никаких на них, ребят. Тем более еще и ниндзя. Я готов, если что, ребят. Не понадобилось, блин. Так, отсюда больше тоже не пойдет никто. Не бросает бочки. Ну, не бросает бочки и... Ты бочки-то, может быть, и не бросаешь, а мне... Вот. Вот здесь надо, ребят, тоже. На глушняк это все... прикрывать, так скажем. А там этот идет. Ну, этот хотя бы остолоп, ребята, идет в обход. Хоть на этом спасибо. Чертов ты утырок, а? Чтоб ты, я не знаю, подавился, а? А тут колодца маны нету, да? Нет, конечно. Какой-то вот я размечтался, еще колодец маны типа давай. Ну да, Рэй, конечно. Держи губежки. Давай без вот этого ускорения своего дебильного. Отлично. Так, свиточки разбросали. Свиточки разбросали. Так. Денег-то не особо много. И денег-то не особо много. Я не знаю, а что надо будет давать дальше? Блин. Все, я понял. Это прокачиваем. Оно не будет давать нам... Не будет давать им пиво, но будет давать нам... ману. А манна тут, ребята, решает. Я думаю, ты со мной согласишься. Опять буровики, опять эти пойдут. Ёпарасете. Блин. Да вот эти... Надо их закрывать, эту шарманку. Надо эту песню, блин, прикрывать, ребят. Это уже оборзевшие их. Я даже не знаю, как это назвать. Просто оборзевшие. Вот я так вот придержал их, ребят. Но я не знаю, насколько их... Но одного хотя бы уничтожили. Ты думаешь, я вот тебе так вот просто возьму и дам забрать кристалл мой? Наивные, а? Так, и, наверное, вот так, ребят. Ниндзя. Ну! Но...
Ну этого-то, этого просветите. Он как идет в инвизи, блин, невидимости. Весь путь, блин, так и бежит, гаденыш, в невидимости. С деньгами просто беда. Так. Ай, я постоянно забываю про эту ересь, а. Вы сейчас серьезно? Да ну нафиг. Манны надо, 250 манны. Блин, горелый, а. 5 этих дурачков. Плюс здесь, не забывай, еще пойдет. Схвати кристалл, гад. Ну. Ну хотя бы так. Уже смотрю, там побежал. Пивное пузо. Храм Эфрита 300. Так, ребятушки, мы на пределе играем. Да епарасы ты, камчатский краб. Ну что ты лезешь-то, блин? Ну у меня свитков нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Пугать, у меня только пугать, если. Других вариантов нету. Ну! Да неужели, блин? Да не. А, нет, подожди, еще тут же. Есть. Так. Друзья, ну это вообще какой-то трэш сейчас будет. Пойдут два чемпиона. Два каких-то, блин, чемпиона. Ёпарасете, блин. О которых, блин, даже ничего не написали, блин. Кто, что за чемпионы, кто такие, откуда взялись, блин. Ну не тащите же, гаденыши, вы кристаллы мои. Люд тащит все-таки. Нет, 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 нет. Плиз, плиз. Нету ничего. Ай, ушлепок. Утащил все-таки, ребята, один кристалл. Один кристалл утащил, ублюдок. Утащил. Просто-напросто утащил, блин. Но там жестко, конечно, было. Там сам бил все. Падение метеорита оставляет на земле отличную на 5 секунд. Оно наносит урон программу, наступающим на нее. Так это понятно, что... Ужас заклинания. Так, снижает стоимость улучшения башен нежити на 5%. Ну, давай. Давай. Так, друзья мои, 27-я миссия. Апокалипсис. Наконец, последний рубеж The Deep. Если мы победим, то вся гора будет нашей. Дворфы тоже это понимают, поэтому три короля дворфов собираются сразиться с нами. Чё? 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 Три короля дворфов с нами собираются драться?
Три кристалла, ребята. Это ересь полнейшая. Три короля дворфов. Будут идти и отсюда, и отсюда, и отсюда, да? Ну да, классика, блин. Твою налево, блин. Может отсюда пока так вот сделать? Нафиг это сейчас... Вот нафиг я сейчас это сделал, ребят. Еще хинуться успел, а? Ну, вот так вот. Блин, ну как я не вижу, когда сейчас вот придется, ребята, как тебе это объяснить? Блин, за каждым углом смотреть, одним словом. Ну что, вызываем еще алкаша? А, у меня же не хватает, 50 нужно. В башке себе постучи, блин. И тут та же самая, да, песня? И тут та же самая песня. Четыре вора. Ну ладно, допустим. Выходи нафиг отсюда, тунеядец. Минус один, ну это минус один, блин, ребята, тут... Вы дали так далеко отнести кристалл, а? Ну! Блин. С пиратами, там пираты пойдут. Че, вызывать, глянуть? Он пойдет сюда, заверхнем тогда, ребят, кристаллом. 100% тебе говорю. Ладно, пока бой сыграем просто. Манны нету. Не убежал, да, далеко не унес. Пока нормально. Терпимо, блин, я так скажу даже. Но это пока терпится. Три короля потом пойдет. Прокачки ноль. Три короля пойдут. Ну, ну куда? Плюс... Плюс там синяки сейчас побегут еще за нами. Давай так сделаем. Нужно опыт, ребята, набить просто-напросто. Как я это не вовремя сделал, если честно, друзья мои. Ой, я об этом. Я уже пожалел об этом. Я зря, я...
Зря призвал. Зря призвал, не надо было этого делать. Ну, с другой стороны, блин, ладно, фиг с ним. Так, длинноногие сейчас пойдут. Ходули эти. Ну да, 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 я забыл, что они, знаешь, напрямки идут, блин. Пофиг им на все. Три короля еще тут будем. С тремя королями еще какие-то будем драться здесь, ну. Ну какие, блин, еще три короля, а? Какие еще три короля здесь могут быть, блин, когда тут уже просто на износ. Один кристалл все-таки стырили. И вот это меня, блин, прям угнетает. Прям вот очень сильно угнетает то, что они свистнули. Свистнули, это, блин, еще мягко сказано, свистнули. Стырили. Ну, тут уже можно не волноваться, но... А вот тут, прикинь, потом напрямки они будут ходить. Ой, будет в жесть, блин. Какого-то дрищенского пивовара замочить не можем. Ну, ну, о чем тут, ребята, можно вообще разговаривать дальше, если... Пивовара не можем бомбануть. Нормально. Ни маны, ничего нету, блин. Да ладно с манной, блин. Маны, это, денег нету. Ни денег, ни магии, ничего, блин. Куда ты там разогнался, плешивая ты псина, а? Сотка. Да у меня даже денег нету. У меня даже сотки нету, ребят. Че деньги-то не идут в плюс, блин? Ёб, красота явилась. Хламьё это. Ну вот он и пробурит, ребята, сейчас дыру. Но это вот, ну это разве не имба? Ну, ребят. Просто, просто проделал дыру, блин. Естественно, глушат башни все. Естественно. Да иди ты в пень, а. Заколебал просто уже. Это будет давать нам маны, да? На, один глоток больше. Так, 8 ниндзя. Пшик-пшик. Башни, башни, вон. И он опять в инвиз ушел. Ну... Ну как вот тебе такой расклад, а? Ни свитка, ни полсвитка, блин. Башни, ну... Да, он не убежал. Да, он не убежал, ребят. Ну, мне от этого не легче. Если страхом только вернуть этот кристалл. Я вот не понял, он боится страха-то. Все, я понял. Вопрос закрыт. Вопрос исчерпан.
как я рад, что поехал в Ленинград. Помнишь такую песню? В общем, друзья мои, у нас остался один кристалл. И нам нужно этот кристалл беречь, как зеницу ока. Как мы будем это делать, я пока не в курсе. Знаю, что вся армада будет идти именно сюда, именно за этим кристаллом. И нам нужно его оберегать. Во что бы то ни стало. Прям вообще во что бы то ни стало. Как-то так. Ну, епарасоты, ну три робота, ну. Они летают, им по барабану, ребят, на все это. Так что... Ты вот сейчас серьезно, а? Один свиток стал. Так. Броня, вы что-то давно не было, да? Вспомни, блин. Вот оно, блин. И все идут за моим любимым кристаллом. Да, у меня других вариантов не было. Длинноногие плюс пивовары. Давай, 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 глуши его нафиг. Заглушили. Заглушили. Но ты не забывай, что и тут надо будет ставить. 100% тебе говорю. И вот тут вот. Ну, прям вообще везде. Прям вот вообще везде. Ниндзи под пивко. Под эти идут сейчас. Скажи, я скажу. Под инвизом. Ниндзи под инвизом, ну. А почему эти-то, блин? Да, я сказал, буду за этот кристалл, ребята, глотки рвать им всем тут. А у меня выбора нету. У меня... Вода. Вода, ну конечно. Ну как же. Ну как же без воды, ребят. Конечно же, водолазы, дрен-матрен. Морячки, блин. Так, прокачаю здесь. Как думаешь, успеет? Нет, не успел. А этот? Тоже не успел. И эти не успели. Ну ладно, ладно. Поставим. С деньгами просто проблема. У меня денег хватает только апнуть одну ба... Вы его сейчас серьезно? Вы с лету начали вот с этих вот амбалов, блин.
И я с ними распетрушился, ребята. Но не без помощи, конечно, заклинаний. Ледяной склеп. Все, вот ледяной склеп строишь, и все, ребята. И вот как отбивает. Больше не дают тебе ничего. Какие там три короля? Три короля, блин, пойдут по трем дорогам, что ли? Куда они там пойдут? Как это все будет выглядеть? С одним кристаллом я остался. Ёпрсте. Три короля, блин. Три говнюка. Там еще и эти сейчас пойдут. Как их звать-то? Скажи, я скажу. Да хорош свистеть, а, швабра. Свистит она мне. Ну вот это не дело, ребят. Ну, одну башню проапал, все. Все, вот одну башню проапал, все. Если не собрал, есть манна, но мне рубить лес негде. Мне не с чего деньги зарабатывать, ребят. Все вырублено. На сухаря, блин. А тут пойдет 12 пивоваров и 6 вот этих вот корявых, блин. Да-да-да, именно вот этих вот корявых, блин. Туманчиков, как по-другому-то, я не знаю, как их назвать. Туманчики. Любители тумана, блин. Как ты близко подошел. Ну, башни, давайте, отлично. Бомблю, 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 бомблю. А, деньги, хоть бы копейка досталась бы. Одни баллисты на прокачку. Одни баллисты, ну, такая правильно, ребята. Они и будут на прокачку. Ну, хотя бы здесь манна, ребят, есть у нас. Забьем фул ману. Ну, не знаю, попробуем. Но я думаю, должно сработать. Уж сколько там боссов пойдет, как они там пойдут, это тоже, конечно, неизвестно мне. И один кристалл, то, что у нас. А как бы, ну, вот как вот я вот здесь бы вот защищал бы кристалл, ребят, от этих навозников. Ну как? Я до сих пор вот не могу врубиться. Как это бы выглядело все? Вот опять одну башню пропал, все. 20 ниндзя. 20 ниндзя сейчас побежит. Баллисты, как всегда, промахиваются. Потихоньку, блин, приближается. О-о-о-о-о. Потихонечку, ребята. Ну, не так. Типа невзначай. Так, у меня еще и мана. Я просто не помню, мана исчезает со временем или нет. Ребята, король Мифрила на нас идет. Три короля подземелья. Это лучшие представители трех глав профессии дворфов. Воин, шахтер и пивовар. Они сильны и поддерживают друг друга. Но стоит справиться с одним, и с остальными сразу станет легче. Здоровье 8500. Скорость медленно. Король Мифрила. Пока жив король Мифрила, ничто не может нанести королям больше 5 урона за одно попадание. Король шахт. Король шахт стреляет по случайным башням ракетами. Башни, попавшие в дым, не могут стрелять в течение 7 секунд. Значит, вот этого говнюка, наверное, в первую очередь. И король пиваса. Кидает бочки с пивом, который ускоряет и лечит других королей. Утешили, блин. Вот это кто? Где король? Ну-ка. Вот он, да? Да ты серьезно, что ли, блин? Ох, ядрен матрен. А у меня манны больше нету.
разделайся, говорит, с одним, и будет тебе, блин, счастье, да? А куда они идут? И бьет по ближайшим бочкам, ребята. А я не знаю, как тут быть. Не, он его отхиливает, ускоряет. Не-е-е. Все, друзья, сфейлился. Идиоты, блин. Как вы представляете, я здесь должен, блин, проходить? Утырки вы несчастные, блин. Я в них по метеоритам там... Я не знаю. Убей одного и все сразу же это... Этот, блин, дает защиту, этот, значит, хиляет, а тот, блин, башни меня вырубает. Играй как хочешь. Какие три кристалла, друзья мои? Какие в жопу три кристалла, блин? Тут один кристалл не могу спасти, который посередине. Три спаси, блин, будь добр, блин. Нет, есть только один вариант, ребята. Это прокачать полностью все. Вот это вот все должно вкачано быть полностью. Тогда, может быть, еще будет шанс, потому что здесь все-таки срабатывают, как бы тебе сказать, ну, вот, например... Попадение метеора оставляет на, там, на земле лужу, там, тлеющую, да? Плюс. Дальше, снижает стоимость улучшения башен. Это экономия денег, естественно, тоже. Там не было написано насчет страха. Может быть, ребята, здесь ледяные башни. Ну, постольку, поскольку, может быть, страх нужен был, чтобы они боялись. Но, опять же, не факт. В общем, это надо будет смотреть. Ну... Естественно, ребята, уже не сегодня, а в следующей серии. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.